Очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня. Примерно в 8 часов утра 26-летний водитель автомашины «Лада», проезжая по улице Сиитова напротив гостиницы, наехал на 39-летнюю женщину, которая пересекала дорогу в запрещенном месте за 10 метров до пешеходного перехода. В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте. По данному факту начато расследование. Отметим, самым распространенным нарушением правил дорожного движения пешеходами остается как раз переход проезжей части в неустановленном для этого месте, а также на красный свет. За 10 месяцев сотрудниками полиции было зарегистрировано около 13 тысяч таких нарушений. Кроме того, с начала года произошло 164 аварии с участием пешеходов, где 11 человек погибли и 158 получили различные ранения.